Алексеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Сизякин вас из «Спортэкспресса» беспокоит. На пару минуточек могу отвлечь? Да, говорите. Ну, как вам выступление сегодняшнее вашей бывшей воспитанницы? Ну, немножко более напряженное, чем в короткой программе. Короткая программа – это был просто фейерверк. А здесь, ну, может быть, оправдано было такое немного более сдержанное какое-то, немножко зажата была Алина. И поэтому я думаю, что компоненты ей не так много поставили, как могла бы она получить. В командном соревновании она сделала произвольную программу именно эмоционально получше. Uh-huh. Вот, но молодец, все равно она смогла, она справилась, я просто счастлив. Это вот ее, это может быть с волнением было связано? Я думаю, да. Я сразу увидел, что немножко жестковаты ноги были, и вот поэтому первый каскад у нее не получился. Но видели, какая она молодец у нее. Ко второму лутцу просто шикарный ридбергер был добавлен, угу. Высоченный. Ну и все, смогла справилась девочка. В принципе, технически она сделала все, что должна была сделать. А не было мысли, как бы после ее выступления, что вот из-за ее скованности Медведева сможет воспользоваться этим? Была такая мысль, потому что я знала, что Женя более опытная спортсменка. Мы все, конечно, тоже любим Женю и болели за обеих девочек, но вы сами понимаете, что роднее нам Алина. Я понимаю, я понимаю. Я понял. Спасибо вам большое за ваш комментарий. До свидания. Хорошего дня.